Разочек мне на камеру. Где существует балкон желаний, надо пройти по часовой стрелке вокруг и загадать секретное желание. Не чаще раза в год. Да. Понятно. Пошли. Судьбу лучше не искушать. Сейчас загадаем, что-нибудь придумаем. Одна гармошка. Класс. Хорош, он позволяет послушать, услышать звуки космоса, которые сотворяли этот мир когда-то. И такой инструмент, он, с помощью него можно даже произносить имена. Вот меня зовут как? Классно! Есть у меня еще музыкальная шпакатурка. А ну-ка, и что там? Это калимба. Кто хочет, можно попробовать. Я очень хочу. Пока оно не уйдет, дело дальше не делится.
А ты что-то молчишь, ничего не говоришь? Ну, что-то пока не было, поэтому я хотела задать вопрос. Надо было раньше. Почему мы с тобой раньше справились? Болит сейчас? Ну, оно начинает болеть, но там все равно пока сверху меньше. Сверху меньше. Этот палец еще, да? Анабис. Я к тебе привезу среди складок одежды, соль игривой волны с ароматом лугов. Я к тебе привезу все остатки надежды и подлунные сны мегономских брегов. Я к тебе привезу с потемневшей кожей солнца радостный луч и напиток хмельной. Я себя привезу, и при встрече, быть может, стаю горестных туч разгоню над тобой. Ура! Андрей солировал. Как называется ваш сайт? Креативный отдых. Креативный отдых. Да. Все, спасибо вам огромное. До свидания.